Все готово. И поехали. Данстарт Godolphin Mile 2021 года. Неплохо принимает туз. Мы видим, сейчас он устраивается где-то в голове пилотона. А возглавил скачку на текущий момент Secret Ambition. Собственно, мы всегда от него этого ждали и ждем, потому что Secret Ambition является таким ярко выраженным фронтраннером. Urban Icon под седлом Ойжена Мерфи также составил ему компанию полевой стороной. Тут же еще полем третьими колесами Чивдом, который нас удивил, Бушнахари. И вот фронтальный план. Мы видим, что неплохо, еще раз повторяю, принял туз. В общем, занимает такую позицию, которую он привык уже ехать. И тут же полевой стороной от туза мы видим Родейни. Родейни под номером 10 под седлом Патрика Косгрейва, который недавно выиграл скачку в Джебель-Али. Проходит лошади сейчас поворот. 12 номер Secret Ambition по-прежнему лидирует. Тут же полевой стороной Urban Icon. И, собственно, дальше мы видим, компания растягивается, начинает шевелить туза Антонио Фрезу. И ждем финишный бросок. По-прежнему лидирует Secret Ambition. Secret Ambition отрывается от соперников, но туз уже привстал. Мы видим, отпадает. А очень активно Secret Ambition сейчас финиширует. И Secret Ambition с действительно уже не секретными амбициями легко финиширует и выигрывает эту скачку фактически с места до места.